Другим новостям. За последние сутки в регионе зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 20 бессимптомного носительства. Лабораторные анализы методом ПЦР отобрали у 46 граждан по эпидемиологическим показаниям. Всего на период пандемии проведено более 207 тысяч исследований на COVID-19. В области задействованы 4 лаборатории, которые делают такие анализы.